Теперь о важных переговорах в Вене. Там в эти минуты проходит встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Они встретились на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Ожидается, что Лавров и Тиллерсон обсудят обстановку в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг Северной Кореи. По данным ТАСС, российский министр намерен также поднять вопрос о давлении на наши СМИ в Соединенных Штатах.